Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Left 4 Dead, Left 4 Деда, вот, Left 4 Деда мы проходим. Я не понимаю, почему 4 Деда, хоть когда здесь дед всего один, да, ну, возможно, это тоже уже дед, просто молодо выглядит. Вот это, возможно, и это тоже дед, но я-то точно не дед, поэтому я не понимаю, почему 4 Деда. Так, вчера мы остановились в госпитале, я разобрался, как тут все-таки можно откуда загружаться, думал, прям заново придется проходить. И сегодня мы погоним дальше. Погоним дальше. Так, ну что, открываем, выходим и мочим. Сзади, хер в засаде. Чисто. А, ну, ёптать, я же один играю с этими дураками. Им похеру, там чисто, грязно. Им вообще до барабана. Так, чё у нас тут? Прячешься, скотобаза. Кто? Прячешься тут, сволочь, в темноте. Хочешь меня напугать, да? Взять коктейль Молотова. Где? Где коктейль Молотова? А, вот он. Огонь, точняк. Блин, Фрэнсиса, ты с мозгами. Оба! 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 Куда нахер? Зоя курильщика завалила. Я помню, когда-то сериал был, называется «Секретные материалы». Вот там тоже был курильщик. Такой, вроде как злодея играл. Жиробас где-то кричит. Короче, в общем, хорошего человека курильщиком не назовут. А зомби тоже, точно. А зомби подавно. Второй этаж, не стопы. Кто открыл-то дверь? Че, дураки, что ли? Подожди, где этот жирный? Мне хочется жирного вальнуть. Жиробас. Ты сопишь, как паровоз. А тебя нигде не видно. А он может на втором этаже, кстати, да? Может же такое быть, что эта жирная сволочь на втором этаже шкерится. Так, это кто чихает? Или кашляет? А, то есть... Ладно, пошли на второй этаж, в общем. Пошли на второй этаж. Там это... А, вот он ты, тварина. Блюющая свинота. А мне вот интересно, кто вот эти вот... Вот это вот тут баррикады вот эти строил. Вот эти вот заграждения. Так, тут кто-то какой-то чахлик помирает. Такое чувство, что вот должен вот здесь быть. Танк рычит. Танк рычит. Сука, если рычит танк, то надо это. Надо. Надо. Блин, ты дурак, что ли, старый? Ты чё свою голову-то подсунул? Я чуть тебе в жбан не шмальнул. Так, тут бежит. Это... Сука. Все, она. Антитанк. Охереть. Я антитанк. Я во всех ММО и РПГ я всегда играл тоже за танкующего персонажа. Я всегда воином играл. И со щитом. Ёптать, снайпер хуй. Здесь есть оружие. К
Кому надо, ребята, берите. Так, вы... Так, кто-то еще там пердит, кряхтит или что там делает. О, руку отстрелил, огонь. Нормально. А вон он. Мудень, блин. А я пч... А, это Зои убивает? А, так ты что, со снайперской вин... Ебать. Не, ну снайпер куда? Тогда однозначно лучше и НПС не... неписям давать. Они шмаляют с нее там вон хорошечно. Ненавижу лестницы. Потому что я пока прицелюсь. Пока выберу идеальный угол обзора там. Я тебе что, башку не отстрелил, что ли? Так, там прыгун где-то. Там где-то был охотник. И где-то опять этот... Жирная тварь это. Да-ка, что ты лезешь-то, куда я стреляю, ёптать? Я стреляю, а ты лезешь. Ничего ты деловой, блин. Еще претензии какие-то предъявляет. Так, все. Вот так нахер. Ну вот сейчас вот кто вот так вот взял, выскочил? Жиробаса. Вот они как, ёптать. Сука, обожаю, как этот пистолет шмаляет. Прям, сука. Ах ты ж прям. Аж прям мурашки по коже. Так, все, наверх. А эта дверь откроется? Откроется пустое помещение. Почему здесь столько пустых помещений? То есть, что это такое? Что за херня? Так, а нам куда надо-то? Или... Так. Нам сюда надо? Нет, мы отсюда вроде пришли, да? Эксит. Мудила этот убежал. Эй, чё, я первым-то не хочу, чтобы он меня схавал. Слушай, Зоя прям это... А чё ты раньше снайперку Зои не брала? Ебать, да ты прям этот. Робин Гуд. Дед Робин Гуд. Зоя. Так, чё, атака? Не, они тут как бы такие, знаешь, что-то в полуобморочном каком-то состоянии. Даже если вот с этой, с Dying Light сравнивать, там пернешь, у тебя уже со всех сторон летят. А здесь ты, блядь, херачишь вон с какой громкостью. И стоят, медитируют. В принципе, с пистолета, да, убиваются проще. Тут все. Так.
гамадрилы, блин. Ну, конечно, тут, блин, в голову сложнее попадать с пистолета. Патроны, отлично. Так, и лифт, лифт. Так, у меня винтовка. Давай еще возьмем. С винтовочки. Так, не, ну. Давай зачистим. Не, если бы, конечно... Ай, ёб твою ж. Дивизию. Слепой, сука, мне не привыкает. Мне не привыкать слепую стрелять. В Counter-Strike сколько раз под флешкой убивали. Что я вам? Первый раз, что ли, здесь? Точнее, первый раз оружие в игре, что ли, держу. И вслепую, и через дым. И без читов, между прочим. Ну, это, конечно, на везение, то есть это же не значит, что я это на постоянной основе делаю. Сейчас подумайте, что я там... Не, бывает. Ага. По-моему, надо... А, хер-то свалишь, да? Держим оборону. Держим, на. Ложись, суки. Суки. Блять, опять в Зои попал. Блин, мудаки, вы чё лезете-то? Спасибо. Благодарность. Все, ребят, сваливаем. Чё я с вами как с живыми разговариваю? Точно не клоун, да? А как без чувства юмора-то, ё-моё? Скажи... Подожди, а, я наверх еду, да? Стопы, мне кажется, сверху кто-то будет сыпаться. Ну тут особо-то не пролезьте. Чё? Три этажа еще сейчас... А, нет. Ребят, сейчас, походу, нам будет... Я думал, атака с... Ведьма плачет. Свиноматка меня умотала. Вот, слушай, она прям это. А, нас всех убили, да? Подожди. Ой, теперь что, с самого переда идти? Понятно. Ну, ребята, вы напросились, короче. Я сейчас таким добреньким не буду. Суки. Чё тварины? Я чё тут, блядь? По 15 раз, что ли, буду проходить эту херню, блядь? Иди сюда. Ну, твари. Вы меня разозлили. Суки. Не надо было меня злить. Мудаки, блядь. А, подлюка плачешь, да? Ведьма. Драная. Да чтоб тебя в рот ноги. Какая ж ты, сука, мощная.
Благодарю. Спасибо. Ударение надо правильно ставить. Да. Ты помнишь, что тебе сказал бородатый? Клоуны не выживут, выживут спортсмены. Так что ходи по лестницам и не базарь. А здесь я, по-моему, не был, да? Я сейчас что, по другому пути какому-то иду? А, просто с другой стороны, походу, да? Опа. Нашел, когда перезарядиться. Вот это вот косяк в любой игрушке. Когда перезаряжаешься, блин, на какого-нибудь нападешь на мудака. Так, у меня ни молотова, ни бомбы, ни хера. Так, стопы. Где? А вот он. Ух, пузо. Ты. Классный выстрел. Спасибо, ептать. Перезаряжаю. Так, вот что-то. Вот таблетки. Я уже забрал, не ори. Так, перезарядка. Так, а куда, чё? Я заблудился. Потерялся я. Коктейль молотого, где-то он должен быть здесь, да? Ну, ёптать. Да что ты в дверь-то пройти не можешь, что ли? Чё за Это вот этот маленький порожек? И ты пройти не смог? Давай. А, ты дохла уже, да. Перезаряжаю. Блин, вот тут... А почему у мертвяка башка не разлетается, а только у живого? Так, стопы. Опять ты со своей дырявой перезарядкой. Патроны, ребята, подбираем. Так, стопы, давай перезарядка. По фулам надо перезарядиться. Чё, зовем лифт? Зовем лифт, да? А мы в уголок, чтоб никто не... Ослеплен, но не сломлен. Перезаряжаю. Как вы через стены-то ходите? Вот вы... Стенные ходоки. Стенные мудаки, блядь. Все так все. Стой, мне патроны надо взять. Все в лифт. Уехали. Так, так, так. Еще они такие проворные, просто ужас. Да ты чё? Согласен. Согласен, дед Зои. А у нас есть выбор? Типа, если я скажу нет, то это...
все по-другому будет происходить. Давай хоть здоровечко временно себе поднимем. Поднимем временно здоровечко. Так, меня дырявая ведьма здесь завалила тогда. Сдох. Да ты что? Аллилуйя. О. Что тебе? Ё-моё. Куда идти, куда бежать? Блин, это... Хорошо, что здесь своих нельзя убивать. Иначе я бы это... Я бы один положил их больше, чем зомби. Я бы один убил их больше, чем зомби. О, там... Сжег даже кого-то. Так, и что? Куда здесь-то? Кого? Чего? Тут типа лабиринт, что ли? А, вот сюда, да. Это убежище? Это убежище. Ну ладно. Так, это крыша, да? Нанесено больше всего урона ведьме. Я еще и даже ведьме больше всего урона нанес. Так, это все у меня есть. Аптечку. Аптечку. А патрончики? Патрон. А вот патроны. Нужно так. Найти это радио. Радио. А, это мусорный бак, я думал, может это взорвется что-нибудь. Блин, вот они б не орали каждый раз, перезаряжаю. Было бы прикольней. Так, стой, подожди, а мне ж надо это... Прикройте, надо полечить. Полечить. Ногу перемотал. Вы что, из ниоткуда появились? Охереть, вас там было. Сюда. Точно сюда. Не похоже. Не похоже, что сюда. А чё вы там стоите-то? Подожди, нам что, прыгать надо, что ли, там будет? Что, гоните, что ли? Охотник! А
пошел ты нахер. Сам такой в это. Луис прям со снайперки. Мама не горюй, там дает им. Да. Это почти приятная новость. Кого там убил? Там у кого снайперская винтовка? Чё, блядь, стрельнуть не можешь? Я тут должен их выцеливать, блядь. Это ж М-ка у меня там, да, получается? Вот я тут на коробочку встану. Что типа меня никто тут не достанет, да? Подожди, вон стоит. Погнали. Давай вот сюда залезем. Осмотримся. Блин, упал. Упал. Так. Вертолет новостей. Дайте мне аптечку взять и потом. Так, стационарная пушка. Чудесно, конечно. А где ты стоишь-то? Я со стационарной пушки бы пострелял. Только у меня что-то уже прям... Подожди, а где пушка-то стационарная стоит? А вон она, нашел. Нашел. И что? Мы же тут уже всех зачистили, считай. А, стоп, здесь есть спуск вниз. Вот он, а... То есть надо было вот так вот, да? Так. Ну, в общем. Хорошо. Хорошо, что у вас тут оружие. Погнали. То есть, если я сейчас возьму стационарную пушку, они по со всех сторон щеманутся, да? Давай мы сперва проверим вот здесь вот крышу. Чтоб со спины никто на меня не напал, не зашел. И неприятный сюрприз не устроил. А вот. Тамика. Ну лады, давай, начнем. А почему Зоя говорит готова? А вертолет кто-нибудь вызовет? Че такое? Да ну вас нахер со стационарной пушкой. А, не, ну в принципе. Сука.
какушка. Смотрите, какая пушка. А разрушать поверхность нельзя, да? Ну ладно. Подожди, а куда он будет приземляться, интересно? Ну вот там же вертолетная площадка, да? То есть это я должен был вот там вот всех просто нахрен покосить. Там и так никого нету. Там и так никого нету. Там и так никого нету. Так, я, короче, не понял, конечно. Как? То есть я должен сейчас... А... Я вылетел. 15 минут до цели. Постарайтесь продержаться. Вертолет 25, конец связи. А, вот оно что, да? А вон оно, оно. Ну, погнали. О, ну я 15 минут-то из этой балды не смогу стрелять же. Она же перегорит, ёптать. Перегреется. Она же перегреется за 15 минут. Это ж... Ребят, я подходы-то удержу, конечно. Но вы... Бока, края, фланги зачищайте. Чё, ты еще и задерживаешься? Ты что? Да вы фланги держите. Чё вы, блядь, бока? Подожди, кто? Да толстяк наверх-то не залезет. Вы зачем вниз спустились, полудурки? А, там же они дверь держат. Там же внизу это. Там же, да, там же проход снизу. Хорошо, пилот. 10 минут. А, я думал 15 минут реального времени. А это там 15 минут игрового, да? Танк, а где ты? Спасибо, конечно. Ну, танк, сука, ты напросился, короче. Иди сюда, мудила. Сюда иди, я говорю. Типа что, имба, что ли? Имба? Танк, на. Крутой, что ли? Крутой, я говорю. Танк, блядь, да мне похеру, танк. Я антитанк. А где он прячется? Где прячется ваш танк? Хорошо. Лечи быстрее. Оба. Погнали. Веселье продолжается. Вечеринка в самом разгаре. Такое. А у меня что, патроны закончились, что ли? Вышел на финальную прямую. Опять танк, да, лезет? Хер-то там, сегодня ты меня... Да чтоб тебя! Слушай, это реально, он что, за мной только гоняется, что ли? Ты что, тварина? Прямо в яблочко.
Яблочко, блин. А где он? Куда идти-то? Где вертолет? Вертик, вижу. Погнали. Аллилуйя. Ху. Ху, ху, ху. Я это сделал. Я прошел, походу, первую часть первого этапа, да? Первый этап первой части. Или как-то глава первая называется, да, наверное? Скорее всего, это глава первая называется. Вот оно что такое. Первую главу прошел. Ну и чудесненько. Так. Общее время задания 36 минут. Сложность нормальная. Количество перезапусков игры 1. Пробел. Голосовать за пропуск. Да, мне эта статистика неинтересна. Так, а чё, выживание? Тут, наверное, надо по главам проходить. Просто я не знал вот этого, да? Вот, выживание. То есть один игрок. Глава. А, вот это... Не, ну подожди, вот, ну и чё? Апартаменты, метро, канализация, крыша. Это все что ли? Подожди, компания. А, вот нет милосердия, роковой полет. А, это вот второй полет, глава, да, то есть переулок и гараж, здесь две главы. Понятно, компания. Потом похоронный звон, глава. Пять тут этих. Я тогда понял, все. В общем, тогда что? Компания, компания. Подожди, роковой полет. И здесь две главы. В общем, на сегодня тогда эта серия все. В следующей серии мы вот уже следующую тогда компанию пойдем. Посмотрим, что там, да? Может, даже две там пробежимся сразу. Вот, ладно, ребят, в общем, всем, кто смотрел, огромное спасибо. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, да? И, конечно же, до новых встреч, всем пока.